рассада пиона молочно-цветкового Джозеф Кристи вырастет в декоративные растения с крупными кремово-белыми цветами, которые великолепно смотрятся в срезке. Зацветает растение в конце мая. Стебли стройные и прочные, с зелеными длинными листьями. Цветки очень пышные, напоминают розы. Оттенок лепестков кремовый у основания переходит в белый. Высота взрослых растений 80-90 см. Семена перед высадкой желательно вымочить в течение вторых дней. Особенности пиона Джозеф Кристи. Нуждается в суглинистых и дренированных почвах. Не выносит заболоченных и кислых грунтов. Плохо цветут в тени. При хорошем уходе растут и цветут до 15-20 лет, без пересадки. Пион молочноцветковый Джозеф Кристи — это травянистый высотой 80-90 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов слабый, окраска цветка белый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 14 см. Весной листва по цвету ярко-зеленая. Пион молочноцветковый Джозеф Кристи создал Розенфилд. Годом создания растения считается 1939. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.